Никит, поздравляю тебя с третьим местом. Расскажи, доволен этим результатом или все-таки мог с Вениамином бой в свою пользу? Весь бой вел за вход в двойку. Конечно, чувствовалось, что мог. Но результатом, как ни странно, доволен, потому что подготовка к этому турниру очень смазалась. Постоянные травмы, буквально неделю назад подвернул сильно ногу, не выступал неделю назад на турнире сильнейших. А тут такой сюрприз. Третье место. Хорошо, доволен. Вообще, как ты сегодня фехтовалась? Какие бои были самые сложные для тебя? Самый сложный был бой с Вениамином за вход в двойку. До этого, я не знаю, конечно, повезло немного, что сетка была такая рабочая. Не скажу, что очень сильные бои были. В прошлом году ты хорошо выступал на внутренних соревнованиях, но на международных результаты были немножко похуже. Ты как-то специально концентрировался на российских этапах? Нет, никакой концентрации нету. Сам удивляюсь, почему. Наоборот, пытаешься концентрироваться на международные, но вот что-то пока не получается. А какие у тебя задачи на этот сезон? Какие цели перед собой ставишь? Наконец-то начать на международных хорошо выступать. В межсезонье какую-то работу проделал для этого? Ну, тренировки по ОФП были. Но вот говорю же, опять же, травмы все подкосили под конец. Спасибо тебе, удачи в этом сезоне. Спасибо.